Боже, какой ты тупой. У тебя же башни тоже нет, придурок. Дай бог тебе здоровья, что ты всю жизнь на нейро. Поеду я за следующим. Сын закрутки, проверяй. Зачем на линию фронта время тратить? Если в рандоме фарм быстрее. Целился, сводился. Блин, эта стрельба, она просто вот реально вот увлекательная. Ну, хоть одну тычку. Вот, хватает. Хватило одной тычки, спасибо. Всё, поговорили. Здорово, жулик. Ты чё тут сидишь-пердишь? Витя, ну дай повыше пробить, чё ты... Чё ты на меня едешь? Только не поджигай, блять! Ну я же просил, ты Хантер Валера сраный. Ну ёб твою мать, я даже борт специально уже начал выкручивать, чтобы он мне в лоб стрельнул. Он мне все равно в каток вдоль борта как-то плюнул, сука, скотина. Вот, ну я, это же очевидно, что красная скотиняка с поджогом стрельнет. В первом же бою, где я убрал огнетушитель. Духу отстрелять. Ой, блять. Не, это не я. Или я, или не я. Ладно, не я. Да ну. Не едет, но нет. Не надо, оно тебе не надо. Оп, сука. Живот втянули. Надо поехать его убить нахер. Хотел сказать, сейчас барабан раздам и ВЗ его добьет. Нихуя. Мне так смешно. Голова как лепешка подлетела. Как лаваш какой-то. Бля, вот это тут рельеф, конечно, интересненький. Рельефик-то интересненький тут. Чел просто в космос убежать решил. О, вертуха с поджогом. Опять поджог. Это уже 3 поджога за 4 боя. Опять с поджогом. 4 боя, 4 поджога. Алло. СТ-9. Опять поджог. Это 5-й поджог. А вот он как раз едет. Идеально. Рассчитал. Блястящий выстрел. Да ёб твою мать, Витя, дай бог тебе здоровья, чтоб ты со своей ебучей картошкой процветал всю жизнь. Вообще маленькая часть прицела на вражеской жопе, очень маленькая. Да. Такое ощущение, как будто бы я его взглядом прожигал, прожигал и прожег.
Есть пробитие. Проникновение глубочайшее. Ну, типичный утренний бой на десятке. Три рты. Тут бы сильно отметку не слить, хотя бы. Да, ёлки-палки, ведь. Ты угораешь? Ой, господи.